перший рік війни ми познайомились через одного волонтера з Естонії. Ну, наші шляхи розійшлись, а з цими ми стали одною великою сім'єю. Четвертий раз і я вже тут. Чому приїхав, ну, все зрозуміло, якщо розумієш хоч чуть-чуть історію, ситуацію, і тобі важливо, коли хтось когось обіжає, ти обов'язково будеш допомагати. І сьогодні війна тут, може завтра вона к нам прийде, так ми це все розуміємо. І українці борються за себе, за нас, і ми не хочемо, щоб кто-то, враг, прийшов к нам, так що ми дуже раді, і що вони такі сильні, хорошо держаться. Ну, бачимо теж, що дуже багато допомоги, треба їх. І самі з нами зв'язуються, і через нашого контакту Вікторію тут в Одесі. І зрозуміло, що допомоги дуже не вистачає. Новості дивимося, да, там США і так далі допомагають, але коли сюди к ребятам приїдеш, тоді розумієш, що все-таки це всього мало. Они сказали, что дайте нам просто всего этого, а мы сами справимся, вы можете даже и сами не лезть, но помогите нам. А мы оружие вести не можем, везем, что достаем, что просят ребята всякие машины, ну, некоторые разы, может, дроны какой-то и так далее, потому что деньги собрать тяжело, мы простые тоже тут работники и сами открыли организацию в Эстонии. Так и собираем по чуть-чуть от друзей, от знакомых. Первый день был в Усть-Илук на границе. А оттуда, конечно, ушли на Бахмут. Там был Маринка, по-моему, этот. И после этого первого раза уже невозможно только стать дома и не помогать там, что все, что видишь, все, что чувствуешь, это уже такое, что понимаешь, что это как-то долг, человеческий долг. Надо помогать в таких ситуациях людей. И теперь мы это просто выполняем. Сейчас мы прямо с Эстонии приехали, сколько там, да, 3-4 тысячи километров. Вчера вернулись. Последнее место было у нас Сумы, чуть-чуть за Сумы, деревня разбитая, разбомбардирована. Передавали бус ребятам под специальный запрос был. Где мы еще были? Краматорск, Покровск, ну, Константиновка, там, где, говорят, скоро будут очень сильные бои, идет сильная, сильная эвакуация, так что мы еще туда сумели съездить. Ну, а так, ну да, ну, едем на горячие точки, в основном 10-8 километров, 7-12 от линии фронта, и в этом есть наше, ну, чуть-чуть по-разному, как другие, может, делают, что мы там не Киев, Житомир, а едем прямо, даем солдатам в руки, обнимаем их, чувствуем их силу, их дружбу. Они и плачут, и целуют, и так далее. Но тогда это тоже мотивирует, помогает. Это как в кино, если, ну, кто про войну смотрит, если ты едешь, там движение есть одно, а если уже тихо становится, вокруг никого, это чуть-чуть не нравится. Все-таки вроде бы страшно, но реально уже не страшно. Такой уставший, мало спишь, и тебе не до этого. Тебе лишь бы найти, отдать, встретиться. А так-то, ну что, ну, все разбито. Видишь, как это выглядит. Мы и в Ирпине, и в Буче были, с людьми разговаривали. Ну так, ну что там, слезы текут, да и все. Просто если ты видишь это, все это ценности, по которым эти украинцы здесь занимаются, ну, почему они защищают, это все то же самое, что у нас. Это просто любовь за родину, любовь к своему народу. Ты хочешь жить просто мирно, свободно. И если мы на таком ситуации бы были, мы точно так себе ведили, если только мы тоже смелыми были. А мы это не знаем. А по-украинскому мы уже знаем, что они смелые. Так что тебе надо просто, нет возможности, надо как-то ценить этого. Смелость
и эти принципы, это все очень симпатично, и поэтому такой долг, гуманный долг, надо оплатить просто. Если бы это не был, тогда просто ты дебилом немножко был. Извините. Почти все солдаты, с кем мы общались, эти все нам очень сильно трогали. Они почти в словах не делают, коротко, прямо говорят. Ну, очень как-то... Ты просто видишь их этот... такой смелость, решенность, есть такая вещь, решенность. Такие вещи, у которых ты просто должен респект по-английскому. И это не только один раз, но каждый раз. Почти каждый человек, каждый солдат, с кем мы общаемся, так себя ведет. И это не норм... Но, самое, это не везде так. Это здесь, особенно здесь. И поэтому этому уже... Но, надо переживать, надо не переживать, но поддержаться. Ну, я литовец, да, так там все понятно. Литовцы там одни из больше всех, кто за Украину, да, и в НАТО, и в Евросоюзе, и Литва, Эстония, Латвия, ну, так Польша, да, это самые большие. Кто кричат, кто понимает, что такое Советский Союз, что такое Россия, и мы так знаем. Так если кто-то раньше слышал, этого всего бы не было. Страны, как Германия, так, ну, которая самая сильная экономика Европы, они могли бы давно услышать первыми месяцами, дать хорошую помощь. Не надо было сегодня здесь нам ездить, наверное. Я чувствительный человек, так мне и так как-то, не знаю, но присылает мне вот наша волонтерша, наш контакт, наша друг Виктория, ну так там разные видео присылают, ребята просят, ну и там где бомбят, горят, ну или там приходят дети там маленькие с мамами, ну что еще может человека нормально мотивировать, ну, вопросов нет. Так что да. Військові присилають відеозапити, я відправляю до Естонії, в Германію. Тобто хлопці збирають донати, купляють автівки, дрони, тепловізори і веземо, привозять до нас сюди в Одесу, і ми видвигаємося на фронт. Як хлопці реагують? Коли в тебе немає ні автівки, на якої треба виїхати на завдання, там 10 кілометрів, то, звісно, вони реагують дуже, ну, називають нас вже сім'єю, мене сестричкою, ну, різні моменти бувають. Ну, одна велика сім'я. Ми свою побіду повинні виривати своїми силами, к сожалению. Очень плохо. Вначале, когда эмоции был наверху, тогда дали по эмоциям, но теперь уже устались немножко, уже скучно стало, уже шоу не новый, и люди на самом деле очень... Многие люди просто помогают по эмоциям, но мало тех, которые просто знают, видели чего-то. Например, у них есть знакомые солдаты, у которых там, может быть, у которых надо помогать, или они знают, как они живут, что, ну, какая ситуация на самом деле.